is this. Завтра на большей части территории Молдовы пройдут дожди. В Бричанах и Сороках метеорологи прогнозируют 5 градусов, в Бельцах на градус выше. В Аргееве плюс 7 и также осадки. В Тирасполе ожидается 8 градусов и переменная облачность. В Львове термометры покажут 9 градусов. В Камрате и Кагуле воздух прогреется до 10. В столице переменная облачность. Ночью температура воздуха опустится до 3 градусов, днем ожидается плюс 8. В ближайшие сутки днем температура будет колебаться от минус 2 до 9 градусов выше нуля. Ночью метеорологи прогнозируют от минус 12 до плюс 4. Ожидается снег. И о погоде в Европе. Завтра на большей части континента дожди. В Мадриде и Риме 19 градусов, в Лондоне и Париже плюс 8. В Берлине на градус ниже. Ожидаются осадки. В Вене и Будапеште прогнозируют 9 градусов. Здесь также пройдут дожди. В Варшаве плюс 6. В Белграде термометры покажут 15 градусов. В Бухаресте на градус ниже пройдут дожди. В Афинах воздух прогреется до 17 градусов. В Анкаре плюс 10. В Киеве прогнозируют плюс 4. В Москве холодно, минус 2.